It's the holiday season, and have I got a surprise gift for you. Right here, right now, you get to see the opening scenes of my new film, Kraven the Hunter, which is coming to theaters in December. We were so thrilled by the great response this footage got at New York Comic Con that we decided to share the first 8 minutes with everybody around the world. So there you go. You can officially tick this off your list. And then I feel like you should probably go get your tickets because you'll want to see the rest of this on the big screen. Enjoy it. That's my gift to you. Happy holidays. Думал, без тебя уедем. Ты здесь и часа не продержишься. Тебя волки сожрут. Терпеть не могу, сосед. Значит, у нас есть что-то общее. Последний пассажир перенесся месяц. Я здесь больше трех дней не буду. Не все пожизненно. Ну, ты понял. Удар за тобой. Заранее. Может, в обед я с тобой рядом сяду? Нет. Это частная зона. Идите нахуй. Ты за кого себя держишь, козел? Так, да, здесь общая зона. Thank you.
тебя хочет видеть, Баха. Мои ребята давно хотят отправить тебя на тот свет. Ты знаешь, кто я? Это Симеон Черный. Глава кировской группировки. Твое оружие убивает тысячи мужчин, женщин и детей по всему миру. Хм, видишь, мы знакомы. А вот кто ты нахрен такой? Я охотник. Охотник. И за кем охотимся? На такие, как ты. Охотник, это сказки. Ну что, охотник, вот ты попался. Как тебя зовут и кто тебя послал? Меня зовут Крейвен. Крейвен? Но я уверен, что ты никому не скажешь. Каждый из сказки есть правда. Но... Нашли труп. Вы его уже опознали? Нет. Это заключенный 0864. Так а кто тогда, блядь, убил Черного?